С началом лета при всех домах культуры открылись детские досуговые площадки, благодаря которым ребята могут весело и интересно провести каникулы, находясь под присмотром взрослых. Каждый день для детей готовят творческие развлекательные программы. А еще к ним приезжают гости из других поселений. С какой целью, узнали наши корреспонденты. В рамках летней оздоровительной кампании в Славянском районе вот уже который год подряд проводится выездная творческая акция «В гости к соседу». Артисты сельских домов культуры для ребят других поселений проводят всевозможные развлекательные мероприятия. В гости к юным жителям Протопского сельского поселения приехала творческая команда Дома культуры «Анастасиевский» с конкурсной игровой программой. Ведущие провели веселые подвижные конкурсы и викторины, веселая разминка, почта, детские фанты, загадки-перевертыши, эстафеты, конкурс рисунков. Юные жители хутора, разделившись на команды, водили хоровод, играли, соревновались в ловкости и танцевали. Завершился красочный веселый праздник для детворы памятной фотосессией. Всем ребятам были вручены сладкие призы.